Здесь у нас снижение не налогов. Ну, это нет, да. Это после уже будет снижение. Назовем все налоговое, по факту, да, это все налоги. Административный. Коллеги, коллеги, мы как самые хитрые отдохнули, пока вы проводили. Давайте будем двигаться дальше. Я потихонечку, Борис Анатольевич, пока там завершает работу, скажу два слова. Что у нас сейчас будет дальше? У нас будет теперь небольшая от каждой группы презентация того, что разработали вы. Но для того, чтобы вы сейчас успели дописать, все свои идеи, я хотел бы вот пока параллельно передать микрофон Игорю Петровичу, который расскажет о том, какие экономические прогнозы на ближайшую перспективу дает как раз вот Михаил Задорнов, Банк Открытия, да? Я правильно понимаю? Ну да. Значит, что сейчас делают несколько человек, они записывают и готовят презентацию. Пока вы записываете и готовите презентацию, я хочу сказать, что чтобы это посещение запомнилось вам надолго, параллельно мы брали интервью Задорнова, и Задорнов отличается всегда тем, что он дает всегда макроэкономические прогнозы, в которых очень редко ошибается. Вот.